тоже у мужиков травенка подходит. Ну. Так вот. Солнечные деньки постоят, даст Бог, скрутят. Тут трава густая на самом деле. Вот. Трава хорошая, густая. Вот и займись, ребят, сельским хозяйством, сенокосом, сено как бизнес. Хрен тут угадаешь погоду. То ли будет она, то ли нет. Ну что, платформа, ты нам повозишь еще сено? Друзья, всем огромный привет. Вот начинаю свой ролик. Вот так, стоя на этой сеновозной платформе. Самолетная площадка. Самолетная площадка в этом сезоне нас очень хорошо выручает. Да, возит очень хорошо, исправно сено. За раз перевозит 17 рулонов. 17 рулонов против того, что я возил в том году всего лишь 10 на ПТСке. Погрузился, привязался, снова 8 рулонов повезем. Рисковать не будем. Дорога не очень хорошая. Так. Дубль 3. Ну, сам виноват, можно было расширить, разложить борта, привязать борта и грузить на ПТС-ку там 13 рулонов, 12 рулонов, но все равно не 17. Так, уважаемые зрители деревни Окунева, меня зовут Владимир Белов, и вы на наших деревенских буднях в деревне Окунева. О чем сегодняшний ролик будет? Сегодняшний ролик будет... Последний сенокос этого 2022 года. У нас оставался участок поля скошенный, который я показывал в ранешних роликах. Я его свалил, и вот его крутишь, ворошили, не ворошили. Короче, погода нам не давала, была сырая погода, не давала нам скрутить сено. Вот, и вот... Те, кто смотрел, однако там предпоследний ролик, однако, кажется, предпоследний был, когда я уже приехал, утром рано приехал, загрузил на эту сеновозную площадку 17 рулонов и поехал. Вот в тот день было продолжение того дня. Какое продолжение, вы посмотрите вот в этом ролике. Вот, наконец-то мы в тот день... скрутили все сено, то, которое было скошено. Вот. Ну и на этом, как говорится, заготовка сена сезон 2022 завершена. Вот. Нам в данный момент мы перевозим сено. Грузим сено на платформу, грузим сено на 2 ПТС-4. На этом тракторе езжу я с Куном. На том тракторе наш деда Петя ездит. Наш папа, наш дедушка ездит, помогает мне вывести сено. Вот. Ну, а я платформа вот здесь стоит. Вот я ее приезжаю, сюда разгружаю. И чтобы она мне не мешала, вдруг я на следующий день не поеду за сеном. Посено, правильно говорить, посено. Я ее ставлю здесь, вот, в закоулочке в этом. Вот так вот. Так, ну... Хочу выразить всем огромную благодарность, друзья, тем, что вы пишете по вашим комментариям. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете. Снимаю другие ролики, темы для других роликов. Вот так происходит у нас.
Ну вот, у нас наступает полноценная осень. Становится ночами холодно, утрами, правда, еще, слава богу, еще заморозков не было, но это, как говорится, дело случая. Еще вот-вот и будем сливать скоро воду с трактора на ночь. Ай, хорошо. Осенняя пора, а чей очарование? Прекрасна мне твоя. Как-то там дальше. Ладно. Смотрите, как мы в тот день крутили сено. Тот день, вот та неделя, вот, наверное, даже две недели, она потом после этого пришла хорошая погода. Скрутили и мы сено, скрутили сено и бригаду вот Олега Николаева. Они там рядом базировались. Но они уже, они, однако, через день или через два дня после нас скрутили свое сено, которое там лежало. Вот так. Все. Следующий ролик, наверное, будет, как мы с дедом возим сено. Как мы, возможно, уже заканчиваем возить сено. Вот. Так что так. Все, ребята. Так, ночью приехали на сенокос. Собрали все волковыми граблями. Пресс стоит, так еще не запускал, не подсоединял его, ничего. Елена Степановна ходит. Вот. Такие дела. Сейчас будем крутить сено. Видео снимаю сегодня, взял дедову камеру свою, что-то свою не зарядил, большую. Так вот, дедова камера у нас лежит. Дедова камера сегодня у нас. Ну что? Можно уже крутить. Там есть проценты. 1%. Лена, оно и вон там, я тоже смотрел, там тоже попадается. Но не страшно, сегодня оно сухое. Сейчас пока сухое, работаем. Сухое, ветер как поднял выше меня. Я только сгребла, он мне размотал все эти волки. Вот выше меня прям куски сена. И туда. Понятно. Посылка. Ну ладно. Так. Сейчас я закручу здесь вот эти маленькие, вот это поле. А ты это. Потом заеду на то большое. Так, ну сейчас будем цеплять. Цеплять, что тут цеплять, это, как его звать, кардан, шланги, мы в работу пойдем, кардан, шланги, все это дело, зачеплять и будем работать. Такие вот у нас сегодня дела. Время 1:30. Так, ладно, отключаемся. Работа идет. Волки большие. На третий пониженный прессую. Ну, большие, высокие, не помещаются, плохо. Хожу тихо. Здесь два лежит рулона. Там два в конце. И вот сейчас будет здесь. Ну, еще будет рулона два, наверное. Ну, или полтора. Вот. Ну, работа идет, слава богу. Сено шуршит. Так.
сено шуршит и пыль летит. Нормально. В принципе, нормально. Так. Осталось самое сложное. Вот здесь. Тут кочки. Тут я бросил косить, потому что кочки большие. Отбивало косилку, не мог докосить. Вот. Ну, трава большая, густые волки, самые сложные. В чем самое сложное? Чтоб иголки не нарушить. Вот. Самое сложное. Самый сложный участок. Я его всегда. Сено плывет, а лапина гужур так называемый. Всегда самое такое вот. Самый сложный участок. Вот. Вот такие дела. Ладно, отключу. Ну все, ребята. Половина пятого. Половина пятого вечера, забрали все. Срулонили. Слава Богу. Слава Богу, потому что последний вот этот участок оставался у нас. Слава Богу, срулонили. Да. Слава Богу. Погода постояла сегодня. Вот. Нормально. Не верится, что все. Сейчас рулонили. Последний рулон. Ну там, наверное, рулона не будет так. Половинка. Елена Степановна помогла сильно. Хотел бросать даже вот это все. Но тут всегда было много сена. Густая трава. Все, завершили сенокос. Угу. Сейчас перекусываем и едем. Понятно. Слава Богу, совершили. Денек постоял. Сено шуршит. Шуршало. Хорошо. Сначала начали работать. Дорожки стал набивать на двух тюках. То есть волгловатый был. А потом все ушло, ушли оно дорожки. По краям было сырое. Ну, пошло хорошо. Середина сухая. 40 штук накрутили. Ну как вот. Слава Богу. Прожуй сначала.
где наш, и возить надо теперь. Там волк в кустах. И туда наш. Все точит, колбасу хавает под кустиком. Я не буду есть. Цветочки вот уже закрылись. Вечер уже. Да, немногословен. Что, мы полвторого, наверное, начали крутить? Да. Уже пять. Я на этом поеду. И на том. Так вот. Все, ребята, все. Уезжаем. Закончили. Время 5. Поел, перекусил немного. Ну, домой. Ванна едет там. Честно говоря, вот слава богу, что вот сегодня такой денек жаркий. Солнышко, самое главное, солнышко вышло. Сено зашуршало, трава. Вот эта влажность ушла моментом. И все, и пошла крутиться. Хорошо, выловится. А так, все, хоть бросай. Вот. Такие дела, ребята. Слава Богу. Вот, слава Богу. Ну а тут бригада Олега Николаева, они скосили наш участок. Вот. Ну, спрашивали поле, Серега Желудев и Данилка приезжал, Николаев, сын Олега. Вот. Реши косить, то все. Я пока, говорю, ребята, себе не накошу. Не это. Ну а как себе вот накосил? Скосил я тогда. Я говорю, все, косите, говорю. Не хватит. Ну вот. Короче, Данилка вперед спросил. Ну, я говорю, косите. Спросил бы Сергей. Сергею бы отдал. Вперед спросил бы.